Каждый день Юрий Мишин смотрит прогноз погоды с надеждой. В этом ноябре его бизнес процветающим не назовешь. На шиномонтаж приезжают всего 2-3 клиента в день, жалуется владелец. Всему виной нетипично теплая погода. В этом году слабенько, потому что морозиков нету, тепло пока. Вот как первый гололед пойдет, и пойдут машины. Водители вспоминают, еще несколько лет назад в ноябре уже спешили поменять летнюю резину. Сейчас, судя по погоде, торопиться некуда. Даже в Калининградском ботаническом саду лиственные деревья еще во всей красе. Поздние цветы будто и не замечают приближения холодов. Причина в том, что времена года постепенно сдвигаются. Мы сейчас видим, что задерживается наступление зимнего периода. И месяцы осенние, и сентябрь, и октябрь, и ноябрь вот в этом году оказываются намного теплее, чем в предыдущие годы. Сейчас усилился зональный перенос воздушных масс, то есть перенос воздушных масс с Атлантического океана. И поэтому вот мы наблюдаем такую теплую осень. И днем, и ночью в Калининграде заметно выше нуля. Такие данные метеорологи фиксируют сегодня. Хотя рекорды погода пока не бьет. В 68-м году в это время температура поднималась и до плюс 19. О переменчивости калининградской погоды в городе не шутит только ленивый. И хотя на дворе ноябрь, резкого перехода из осени в зиму пока не предвидится. Тем же, кто соскучился по снегу, рады сообщить, снег в городе есть. Правда, искусственный, рядом с катком. Из-за теплой погоды зеркальную поверхность катка приходится заливать заново каждые 45 минут. Посетители нетерпеливо топчутся за бортиком, но делать нечего. Лед, даже искусственный, быстро тает. Днем потаивает, а когда, к вечеру уже нормально там, все уже не тает, ничего, нормально все. Коньки – вид спорта в Калининграде не самый популярный. Холодов и настоящего льда приходится ждать долго. Кстати, в соседней Польше снегопады в этом году уже были. В Калининграде же метеорологи сугробы горожанам пока не обещают. У нас вообще осень – это очень сухая. Начиная с августа у нас по области наблюдается дефицит осадков. Август, сентябрь и октябрь у нас по количеству осадков, зафиксированных на метеостанции «Калининград», они были в 2 раза меньше нормы. И по прогнозу гидрометцентра Российской Федерации, в ноябре тоже ожидается осадков меньше нормы, а температура будет немного выше нормы. Антициклон, который принес в Калининград теплый ноябрь, скоро ослабит свое влияние. В ближайшие дни температура ночью будет выше нуля. Днем обещают до 13 градусов. Перемен можно ждать только после 6 ноября, но не резких. Будет ли зима в Калининграде? Делать прогнозы пока не решаются даже синоптики. Ольга Федорова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город».